Тук-тук-тук. А ты видел неиную фурию? Вот такую. Я нет, потому что она очень редко. Но она нам очень нужна. А этому я отправляюсь на поиски. Держите за меня кулачки. И оставайтесь с нами до конца. Грустит. А почему это он грустит? Вот я вообще не грущу, вообще такой веселый-веселый. Конечно, ты веселый, потому что у тебя есть я, а у него никого нет. Мама, ему нужна подруга, ему скучно. Русланчик, к ней я ее встречала, но очень-очень давно, и я не уверена, что мы ее найдем. Смотри, какой он грустный. Друзьям нужно помогать. Я не против попробовать. Поехали? Да. Куда мы едем? Едем в Магнит. Магазин номер один. И тесто. Мы найдем белую фурию. Пойдем искать. Вот приехали сначала в один магазин. Поищем. Не видно? Нет. А это магазин тени. У нас уже вечер, а мы до сих пор в поисках дневной фурии, вот да. Такой поделочки. Мы приехали в ТРЦ «Лето», здесь у нас есть огромный семейный гипермаркет «Магнит». Вот узнаем, есть ли там дневная фурия. Пойдем? Да! Так, здесь есть домино, которое у нас уже есть. Маленькие пазлы, нам они не нужны. Раскраски мы не любим. Так, здесь коробки. Так, здесь... Вырасти прическу. Развивающий набор для выращивания. Она интересно. Так, ну мы же ищем белую фурию. Дневную фурию. Ну здесь нет дневной фурии. Здесь есть всякие волчи. Йо-йо, пузыри, которые у нас уже есть. Дневную фурию не нашли. Зато нашли футболку. Да, ребята, у нас опять в чеке 150 рублей выходит за маечку, даже больше. Мы получаем вот такие неоновые палочки всего за 1 рубль. Поехали дальше искать дневную фурию. Да! Итак, пишите в комментариях, получится ли у нас найти дневную фурию. Да! Подругу для нашего Беззубика. Беззубик, ты не расстраивайся, мы будем очень стараться. Мы поехали в третий магазин искать дневную фурию. Пойдем! Ну что, здесь есть? Нету. Опять попрыгунчики, стикеры, это... какие-то конфеты. Конечно же, вот такие красивые драконы. Но мы за вами скоро придем. Смотри, сколько здесь беззубиков. Будем знать, где беззубика искать. Здесь есть раскраска. Да, раскраска. Руслан, но у нас миссия. Мы ищем дневную фурию. Так что клади раскраску и побежали дальше. Русик, что это? Что вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это? Стой. Это беззубик. Ой, ну это беззубик. А мы ищем дневную фурию, беленькую. Как жалко. Но ничего, у нас еще 2 магазина рядом. Мы поехали искать туда. Пишем в комментариях, удастся ли нам найти дневную фурию, вот такую вот поделочку, или нет. Магазин номер 4. Так, а ну, Русланчик, внимательно смотри, есть ли здесь, Руслаш, вот здесь, если есть, то оно будет здесь. А здесь нету. Так, здесь черный, опять черный, вот там черный. Сейчас проверим. Черный. И снова черный. Да что ж такое? Ты посмотри. Столько много черных дракончиков, а белого нету. Давай еще внимательно посмотрим. Может, все-таки где-то найдем. Поехали в последний магазин. Магазин номер 5. Так, мы у стенда с продукцией. Как приручить всех драконов? И опять ищем белую фурию. Руслан, а ну-ка убери вот эту коробочку. Хорошо. А ну-ка убери. Кто там?
Ура, мы нашли ее, Руслан! Кинь, вот она, белая фурия, дневная фурия. Русик, ты рад? Да. 5 магазинов обыскали, вернее, 4, и в 5-м нашли. Ура, поздравляю тебя, Руслаша! Понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока-пока! А жму книжечки и буду клеить наклейки. И клею целую коллекцию драконов. Вот таких.